Оранжевое настроение на острове Татышев. Рок-концерт группы «Чаев» прогремел в Красноярске в честь Дня железнодорожника. Услышать легендарные хиты «Аргентина и Майка 5-0», «Время не ждет», «Никто не услышит» можно было абсолютно бесплатно. Перед концертом солист группы прогулялся по Красноярску и сравнил его с родным Екатеринбургом. Музыканта впечатлила архитектура нашего города. Здравствуйте, родные! И понеслось. Со сцены на острове Татышев прогремели рок-хиты и группы «Чаев». «Оранжевое настроение», «Время не ждет», «Никто не услышит», «Ой-ё». Зрители с первых нот подхватывали знакомые мотивы. Как ты бываешь нужна, и как ты бываешь покорна. Время не ждет. Концерт собрал тысячи любителей рок-музыки. Каждую новую песню они встречали громкими криками и аплодисментами. Творчество легендарной группы объединило в этот вечер людей разных поколений. Здесь и пожилые люди, и молодежь, и даже совсем юные красноярцы. Первое воскресенье августа традиционно отмечается День железнодорожника. Концерт стал подарком Красноярской железной дороги горожанам в честь праздника. Кстати, оказалось, что солиста группы «Чаев» связывают с этой отраслью родственные связи. Мой дед, он Сулин Евгений Васильевич, он железнодорожник был и закончил в Томске железнодорожный институт. Я внук железнодорожника. Я немножко сегодня погулял. Я понимаю, что такого количества хороших, фундаментальных дореволюционных зданий там в Екатеринбурге их нет. Виктория Мартоник, Дарья Морева, 7 канал.